Новое отделение планируется создать на базе Новоузенской церкви. Всего по итогам всероссийских конкурсов, молодежных грантов, проектов, в регион привлечено около физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Калининске. Будет сдан в эксплуатацию в любой технический сбой, не нарушив общего ритма выполнения взятых на себя обязательств. 2019 года проработка мер по развитию туризма в отдаленных территориях области. Я в своем отчете назвал национальным проектом Коллеги, вопрос поступил от депутата Песного Леонида Александровича. Просьба прекратить прения и перейти к голосованию. Ставлю вопрос на голосование. Прошу голосовать. Решение принято, коллеги. Начальник, займите место. И таким скандальным образом продаст председателя правительства, поверьте, это просто для вашего уровня. Иначе сейчас врачи приедут. Председателя правительства нельзя принимать в течение 20 минут. Нельзя принимать председателя правительства в связи с тем, что, Валерий Васильевич, вы принимали это решение, даже не Думу не проинформировали. Я уже не говорю о том, что вы не проконсультировались с избирателями. Наши избиратели избирали губернатора. Они избирали губернатора и председателя правительства. Спасибо. Присаживайтесь. Что председатель правительства уходит от ответственности. Выделяются средства через бюджет, когда контролируется со стороны Думы исполнительная власть. А еще техника, это судебный, да? Когда мы принимали изменения в устав, обсуждали, да, нам всем, как вы все видели, запретили выступление. Это впервые за все существование Саратовской областной думы. Я очень надеюсь, что Генеральная прокуратура должна будет и отреагирует на это самодурство и волюнтаризм, потому что по-другому я просто не могу это назвать. И что касается вот этих представительских услуг, у нас с вами впервые, наверное, в истории нашей Саратовской области будет такой некий образ английской королевы, которая приходит как предмет интерьера, представить власть на каких-то мероприятиях.